Добрый вечер, дорогие друзья. Мы рады видеть вас на 15-м отчетном концерте мужского хора Карелии. В этот день, 23 апреля 2007 года, ровно 15 лет назад, состоялась первая репетиция безымянного еще тогда в тот момент коллектива, даже еще не коллектива, количество, собрание единомышленников, да, у которых была какая-то одна общая идея попробовать возродить, воссоздать, может быть, как бы это высоко не звучало, мужское хоровое пение в Республике Карелия. И сегодняшний концерт, я для того, чтобы перечислить все, что за эти 15 лет было, не хватит дня нам с вами, чтобы все вспомнить, все обсудить, поэтому я не буду перечислять ни наши, ни гастроли, ни победы, ни награды, потому что я знаю, что сегодня в зале сидит публика, которая 15 лет с нами, вы все прекрасно о нас знаете, вы всех знаете в лицо, и поэтому мы будем сегодня просто петь для вас наши любимые произведения за 15 лет. Мы начинаем 15-й отчетный концерт мужского хора Карелии. Хормейстер Василий Сырбу, художественный руководитель и дирижер Алексей Умнов. Сергей Слонимский, стихи Александра Прокофьева «Заречье». Yeah.
протяжении практически 2 лет так сложилось, что я руковожу 2 мужскими хорами. Наверное, кто-то из вас об этом знает. И, собственно, появление первого в республике профессионального мужского хора, который на базе филармонии, где люди получают зарплату, где они полноценно работают, состоялось благодаря только тому, что, конечно, вот есть 15 лет уже вот этот коллектив. Да, коллектив, который сделал имя и себе, в том числе и мне. И нас знают не только в Карелии, в России, но и множество, огромное количество международных поездок. И поэтому, конечно, когда была инициатива от меня, предложение сделать в республике профессиональный мужской хор, она была поддержана, чему я очень рад. И сегодня историческое событие, потому что впервые за эти вот неполных 2 года 2 хора соединятся вместе для того, чтобы спеть несколько совместных произведений. Я приглашаю на сцену мужской камерный хор Карельской государственной филармонии. Одного композитора. Композитора, которого зовут Николай Лебедев, которого, к сожалению, нет в живых уже. Ему бы в этом году исполнилось всего лишь 75 лет. Но его нет в живых уже с 2000 года. Он ушел на Пасху в 2000 году. Вот. Тем не менее, оставил за собой богатое, хоровое, духовное наследие. И, конечно, когда я думал о том, что нам спеть совместно 2 хорами первый раз, естественно, я сделал свой выбор в пользу русской духовной музыки, потому что это все-таки это наша традиция. Это наша многовековая традиция. Это то, с чего вообще начиналось хоровое пение на Руси, именно с мужского хора. Поэтому мы исполним 3 сочинения духовных. Николай Лебедев, «Величит душа моя Господа».
большой мужской хор. Вот хотя бы такое количество. Я на это дойду. Но вот, в общем-то, он уже есть. Он уже есть. Николай Лебедев, «Три святое». Смертный помилуй нас.
потрясающих. Вы знаете, его мюзикл хор Тергу в этом году 60 лет, у хора Тейлера 80 лет. Вот. И хор Минина, который вроде бы к нам не имеет отношения, кажется, да, им 50 лет, ровно сегодня, 23 апреля, представьте себе. Но хор Минина к нам имеет отношение, потому что у нас в хоре поет солист из хора Минина, Семен Мусатов. И еще один юбилей в этом году, потрясающего человека, нашего друга, композитора, Николая Михайловича Мишукова. Ему в этом году исполняется 90 лет. Мы у него были в гостях в Пскове на 80-летии, потом на 85 лет он приезжал сюда. На 90 лет он нас снова зовет в Псков, и я надеюсь, что мы съездим и застанем его в здравии, поем для него. Николай Мишуков, стихи автора «Северному краю». Только пляжа не спешит, то вздыхает, то храпит, только пляжа.
концерта мужского хора Карелии. Несмотря на все происходящие события в мире, мы по-прежнему, я лично и, я надеюсь, что мы артисты, считаем, что музыка границ и национальности не имеет, поэтому мы попоем немножко для вас красивой зарубежной музыки. Композитор Витаутас Мишкинес «Ту гражейси» в переводе с литовского «Ты прекрасна». Дула мана, видимо, дула мана, видимо,
Янис Озолин, Ойд Туман. Oh.
композиция «Народная песня» в обработке Авенира Михайлова «Как-то ранним утром». Солист Андрей Черепанов. Thank you.
евангелисты прошлых лет, причем с первого, в общем, разного промежутка временного. Люди из других городов специально приехали, пытались по возможности даже приезжать на репетиции. И вот те люди, которые сегодня здесь, поднимутся на сцену и споют вместе с нами несколько произведений. Я приглашаю на сцену хористов прошлых лет мужского хора «Карелия». Отметить вместе с нами 15-летие коллектива, и я им, конечно, за это очень благодарен, потому что это такое внутренне для меня, это очень важно, это вот действительно, понимаете, какое-то такое мужское братство. Мы споем несколько произведений. Первая – «Казачья песня не для меня», солист Андрей Черепанов. Yeah.
«Черный ворон». Oh,
Теперь у меня для артистов небольшой сюрприз. Я надеюсь, вы не будете против, если я раз в 15 лет их всех со сцены назову поименно, а мы каждому поаплодируем. Я хочу им вручить небольшие памятные сувениры в память о сегодняшнем концерте 15-летия хора. Yeah.
небольшой сувенир у нас есть для него. Всех мужских хоров России Лев Константинович Сивухин «Мужское братство».